Анонс и точнота выхода 206 серии турецкого сериала «Плен». 206 серия сериала выйдет в эфир 13 ноября. Ранее в сериале мы увидели разговор Орхуна с матерью. Он напоминает женщине, что Джихангир и Нева тоже часть семьи Демирханлы. Но женщина отвечает ему, что это ничего не значит. Она совсем не рада приезду этих двоих в свой дом. Нева указывает парню на то, что те глаза, которые он рисовал, принадлежат Хире. Когда все собираются в большой комнате, Джихангир говорит, что они намерены остаться в этом доме. Ведь это дом их отца. Перихан понимает, что в этих двоих она может найти нового сообщника, для того, чтобы привести свои коварные планы в действие и полностью разрушить части Хиры и Орхуна. Женщина крайне довольна той небольшой ссорой, которая случается. Орхун замечает, как брат смотрит на его жену. Это беспокоит его, ведь девушка и так в последнее время пережила слишком много потрясений. Нева вместе с парнем заявляют о том, что все активы семьи Демирханлы принадлежат им. После они остаются в особняке. Нуршах и Кинан заключили брак. Они выглядят счастливыми, получая документ. 206 серия сериала выйдет в эфир 13 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.